Но в Италии у него, как правило, карьера на... Для этого уже не нужно приглашать, которого взяли у Славии этим летом. Сегодня... Но тактика здесь очень важна. И играл он тогда за свою родную команду, за Дженуа. Этот мяч Ваня Милинкович-Савич, тренеров итальянских, которые, уйдя из средней команды, оставил его Адриан Рабьо. Это подача была, по сути, в штрафную. Олайн. Сан Локотели. Локотели. Александро поднимается, ему травмирован, только в середине этого уже такой интригующий бразилец, который еще ни секунды пока, ну, когда он был доступен. Шченстен начал, который у Сампдории опускается. Мануэль Локотели. Входит Бернардески под удар Локотели. Судья показывает угловой. 100% голевого, но Торино. Никаких изменений. Один из матчей после выброса Ола Айны. Квадрадо знает прекрасно требования и Олеми. И три так называемые ключевые передачи. Это Вестону Маккенни. А Милинкович Савич. Велика. Можно наносить удары. И этому меня научили Банучи и Киелини. Вполне мог ведь сегодня король Линетти, поляк, появиться вместо не Бернардески тогда досталось. Может быть, подустал, все-таки большой объем работы. Лака без театральных жестов невозможно. Я думаю, что он посмотрел на Массимилиано. О, под удар! Вот удар Лакаляют и дает ему пробить. Ударами. Важных матч. Рукой, по-моему, сыграл сейчас Санабри. Но Валерий этого не видел. Побега. Они ждали нужного предложения. Передача. Локотели бьет. Локотели. Оль Ювентус. Ману Бремер не успел. Базели не успел. И он просто... Мануэль Локотель. К Челси очень тяжело готовится. В Сосуоло он расцвел под... Савич. Он сделал сегодня многое для того, чтобы его команда не пропустила. Кому игроку столько пространства? Даже за...